Экибастузское предприятие «Проммашкомплект» завершает строительство второй очереди завода по производству железнодорожных колес. Уже весной следующего года предприятие намерено выпустить первую партию продукции на экспорт. Подробнее расскажет мой коллега Ербол Абишев. Строительство второй очереди завода создаст комплекс по производству колес для железной дороги. Это обеспечит импортозамещение продукции и расширит производственную линейку. Новые мощности предприятия позволят выпускать 200 тысяч железнодорожных колес в год. В 2017 году мы запускаемся, первые 80 тысяч колес на рынок уже, на экспорт, и с 2018 года 200 тысяч колес. И мало того, мы еще делаем акцент на именно сортамент, тут очень большую роль играет сортамент колес, то есть это от 700 миллиметров диаметр до 1250 миллиметров в диаметре. Объемы финансирования в рамках кредитной линии превысили 36 миллиардов тенге. Это больше 70% от всей стоимости проекта. В настоящее время на предприятии завершается строительство производственного корпуса. На завод начали завозить станки и агрегаты. Мы получаем от государства поддержку. Вот мы получаем разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Вот, а также различные преференции по облегчению режима импорта. Сейчас на предприятии трудится больше 500 человек. Созданием комплекса откроется еще свыше 400 новых рабочих мест. Такие перспективы открывают экспортные возможности для предприятия. Завод уже наращивает поставки стрелочных переводов за рубеж. В ближайшее время мы начнем экспортные поставки стрелочных переводов в Азербайджан. Кроме этого, выполняем крупный заказ для нескольких казахстанских горнорудных предприятий. В целом, вторая пятилетка индустриализации по Павлодарской области обещает дать еще несколько крупных производственных предприятий. Их строительство сейчас ведется активными темпами. Ербул Абишев, Армани Кубов, Павлодарская область, 24 КЗ.